Друзья, как и обещал, этот месяц объявлен на канале Закупыч Месяцев Миньонов. И из волшебной коробки миньонов каждый раз я буду доставать сюрпризы. На прошлом видео с коробкой вы собрали всего 1000 лайков. За каждую 1000 лайков здесь будет появляться сюрприз. Вы собрали 1000 лайков, так что здесь будет только один сюрприз. Вот, если на этом видео сейчас вы поставите больше 1000 лайков, 2000, 2 сюрприза, 3000, 3 сюрприза и так далее. 10 тысяч лайков, будет 10 сюрпризов здесь внутри. Итак, за 1000 сюрпризов вы получаете от меня сегодня обзор на вот этого замечательного миньона Отто. Он огромный и умеет разговаривать. Давайте сегодня на него посмотрим. Ну и по традиции, спонсор сегодняшнего видео — это балансер. Смотрите, волчокмебель.рф. Все ссылочки в описании. Смотрите, я с этим балансером занимался и на улице, и дома, и с ним все в порядке. 18-миллиметровая фанера, очень плотная, мой вес выдерживает. Милана моя тоже на нем занимается. В общем, это тренажер для всей семьи. Помогает держать в тонусе мышцы тела, пресса, спины, ног. Если вы сидите дома или у вас не хватает активности, то обязательно приобретайте себе такую штуку и будете держать себя в форме. Всем советую. Сделано в России и очень качественные товары. Балансер имеет очень хорошее покрытие, так что его можно брать с собой на улицу. Мы занимаемся и на улице, и в подъезде, и дома, и в торговом центре. Берите везде с собой балансер волчокмебель.рф. Итак, это самый дорогой миньон, которого, по-моему, можно купить. Стоит он 5000 рублей. Давайте на него смотреть. Миньон Отто Болтун. То есть это болтун миньон. Уже из коробки можно его потыкать. То есть если вы придете в магазин, там какой-нибудь детский мир, увидите его, можете нажать ему сюда. Он попукает на вас. Можете нажать ему сверху на хохолок. Кстати, Милане очень нравится этот миньон, она постоянно ходит и его тыкает, да, Милан, когда проходишь мимо, типа, чтобы он что-нибудь сказал. У него есть в наборе монетка, также он умеет работать от наклонов, то есть тут написано «наклони», можно влево наклонить, можно вправо наклонить, и можно его перевернуть вверх тормашками, он будет говорить, можно наклонить его вперед, он будет смеяться, и назад он будет спать. Да, 35 звуков он умеет издавать, и с золотой монеткой он будет говорить какие-то специальные звуки, суперсекретные. Наверное, как его открыть, вопрос только. Да. Наверное, распаковку его, я, наверное, в ускоренной съемке, может, сниму. Мне кажется, это надолго. Не, надолго. Он как-то очень тяжело открывается. О, вот здесь я что-то нашел. Я бы хотел его еще аккуратненько открыть. Да, чтобы коробку оставить. Да. Но что-то аккуратненько не получается. Ладно. Talk to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading. Итак, распаковал я нашего миньончика. Внутри была вот эта золотая монетка. В переводе называется «золотой камень». Там инструкция переведена очень криво. Сам миньончик. И также инструкции по безопасности, гарантия. Бумажка с переводом на иностранные языки. И наша инструкция на русском. Ну, тут множество языков, но на русском здесь тоже есть. Вот так она выглядит. То есть тут написано, что... 0 выключить, X это типа демонстрационный режим, единичка это включить. Нажимать сверху на чубчик, нажимать на кармашек, вставьте монетку, и тогда вы услышите новые звуки. Наклоняйте, кладите его спать, потом переверните, и он будет стоять на голове, и наклоните вперед, и он будет летать. И по замене батареек. В наборе уже есть батарейки, но они демонстрационные. То есть, чтобы он работал правильно, нужно заменить на 3 пальчиковые батарейки. Вот, АА. Вот. Ну, пока я вам показываю, я думаю, батарейки менять не буду, я думаю, что он и так будет работать. Итак, чтобы он работал, можно перенести в X, это демонстрационный. Вот, то есть он по умолчанию у вас в таком в X. Но чтобы он работал полностью, нужно перевести вот в эту черточку 1.
Все, мы его включили. Это я его положил, и он заснул. Через 30 секунд он выключится. Чтобы его активировать, надо нажать на любую кнопку. Все, спит. Если его положить, видите, он засыпает. Ну и что, когда ты выключишься? Пока что он горит. Кстати, он горит достаточно ярко. Смотрите, я сделаю камеру потусклее. Смотрите, он горит как ночник. Так, могу его поставить? Так, поставил его. Если его наклонить вперед... Вот смотрите, он как ночник, да? Это как лампа. Все, хватит, хватит, не спи. Так, теперь я могу его наклонить вперед. Надо нам переставить камеру. Итак, как вы уже поняли, если его наклонить вперед, то он будет летать. Он летит и кричит «Еху! Ха-ха-ха!» Так, если его поставить, то что будет? Итак, как вы поняли, наклоняем вперед, он летит. И говорит «Ха-ха-ха-ха-ха!» Кладем его на спину, и он засыпает. На каком-то своем языке он разговаривает. Если его поставить, то он просто светится, как ночничок. Через 30 секунд опять же он должен выключиться, но что-то он не выключается. Что он умеет делать? У него крутятся ручки. Вот, он умеет крутить ручками, то есть можно вверх-вниз ручки ему делать. И все, больше ничего делать не умеет. Давайте нажмем ему на чубчик. Да, он болтун еще тот. Так, все, вроде говорит одно и то же. Если нажимать ему во время песни еще раз на чубчик, то он прерывает свою речь. Давайте нажмем ему на кармашек. Смеется. Делает та-да. Эй. Все, больше ничего не умеет делать. Так, что будет, если его наклонить? Ну-ка. Так, он просто смеется, если его наклонять. Ну-ка, а стойка на голове что делает? Он просто пытается вырваться, и все. Так, ладно, не надо спать. Так, ножки у него двигаются? Не, ножки у него не двигаются.
Итак, теперь давайте засунем монетку в карман и посмотрим, что нам это даст. Так, монетка теперь заблокировала вот эту кнопку. Я не могу ее нажать. Но давайте посмотрим, может быть, новые звуки будет издавать на чубчик. Что-то он издает одни и те же звуки. Я не понял, он издает одни и те же звуки с этой монеткой. Спит так же. Может быть, летать будет по-другому? Нет, все то же самое. Может быть, монетку если забрать? Ничего, монетку ставить. Ага. Еще раз. Ага, только когда монетку вставляешь, тогда другие звуки. Кто знает перевод на испанский? Это что, испанская игрушка? Похоже, как бы на испанском он разговаривает, давай. Давайте посмотрим, как быстро он выключится, если с ним не взаимодействовать. Ну, сколько вы звуков насчитали? Мне кажется, что что-то нас обманывают. Я думаю, что что-то маловато звуков на самом деле. 35 тут не было. Хотелось бы за 5000 больше функционала, а так это что получается? Ночник, который будет орать и бесить вас. Это на уровне, знаете, как Full Real Friends, вот эти игрушки, когда там Simba, вот я снимал обзоры. Вообще, давайте я на интерактивные игрушки в правом верхнем углу. Да, вот все, он выключился. 30 секунд прошло. Теперь, по идее, если я буду его трусить... А, нет, он проснулся. Понимаете, если его трясти, то он просыпается. Ну, что ты еще умеешь делать? И что будет, когда он заснет? Наверное, он сейчас выключится так же. Давайте подождем. У меня есть еще огромные игрушки миньоны, которые дорогущие. У меня есть еще одна игрушка за 5000 рублей. Как вам и говорил, ставьте лайки, будет 2000 лайков. Сниму сразу две такие игрушки дорогущие. 3000 лайков, сниму, наверное, 3. У меня нет дорогущих. Я сниму тогда 2 дорогущих и одну не сильно дорогую. Вот. Ну и чё он? О, все, заснул. Все, заснул. Ага, и он засыпает сразу же. Знаете, минус, могли бы сделать ему интерактивные глаза. Вот если бы у него были интерактивные глаза еще, тогда бы вообще цены ему не было. А так, как бы прикольная игрушка, опять же, для тех, у кого есть деньги на эту игрушку. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока. До новых встреч. Yeah.